Все родители в своих детях видят гениев. Все знают, все обязательно будут обвинять того ребенка, у которого есть способности, что он блатной, что это все несправедливо. Вы понимаете, моя мама была, я много раз говорил об этом, физиком, она ничего не понимала, она не хотела. Но так получалось, что я был самый способный из всех, из миллионов детей. И способности это были не только там красивые ноги, великолепные мышцы. Там. Первое, самое ценное, что дается очень редко, могу вам сказать это как профессионал, это координация и музыкальность. Это функция мозга, это где-то находится вот там. Координация мозжечок, функция мозга, ну, музыкальность. Меня этому не учил никогда никто. И каждый раз, когда я смотрю на любое свое исполнение, почему я говорю, что мне очень нравится мальчик, как двигается, а это идеально музыкально и идеально скоординировано. Это не, этому не научить. И понятно, почему на меня реагировали все великие педагоги. Они, вы просто представьте себе, великую Галину Уланову, 86 лет, заставить приезжать к мальчику без года неделя, репетировать. Это никто не мог. А она тратила время, потому что она видела, стоит уникальный материал, с которым ей интересно, потому что она понимала, что вот то зерно, которое она может туда, в эту почву положить, оно взрастет. И, понимаете, а рядом все время стояли мамаши, которые кричали, что у меня успехи, потому что моя мама купила. Что я, причем, что, вот честно вам скажу, я не занимался частно никогда в своей жизни, ни одной секунды. У меня в балете было всегда 5, по-другому быть не могло. Я, знаете, как мне кто-то сказал, ну, желаю вам успеха, я так повернулся, как-то сказал, я говорю, а я другого не знаю. Я вообще не понимаю, как это я вышел на сцену и нет успеха. Такого никогда не было и быть не могло, потому что я лично больше бы туда не вышел. Я бы сказал, а, значит, это не мое дело? Да мне нафига оно мне нужно, понимаете? Вот. И вот эти мамаши, они все хотят, почему-то они считают, что они родили уникального персонажа. К сожалению, нет.